Привет, дорогие подписчики. Меня, как вы знаете, зовут Артур. Возможно, кто-то из зрителей не знает, поэтому я, собственно, и представляюсь. Не удивляйтесь каждый раз так в комментах. Мы продолжаем проходить Пенумбру, первую часть, которая называется... Как она там называется? Истоки зла. То есть, овертюра по английской версии. Перевод, я бы сказал, недословный. В последней серии нам вот буквально вон там дали просраться, прямо скажем, пауки. Там я умер миллион раз, и после этого игру забросил. Это был такой термин есть у английских летсплееров, Rage Quit называется. Когда все, человек уже выбесился и просто бросает игру на несколько дней. Вот у меня было именно такое вот явление. Я отдыхал от игры, по-моему, 5 дней. Давайте продолжать. Мы где-то оказались, и я, честно говоря, даже не знаю, что нам тут сейчас делать. Толком не помню управление, но, слава богу, оно тут довольно-таки элементарное. Поэтому, я думаю, справимся. Так, какая-то дверь, которая, судя по всему... Эл, никуда не ведет, что ли? Это выход куда-то. Ну, давайте сначала осмотримся здесь. Так. Ага. Заперта. Отлично. Так, хранилище. Это у нас склад такой. А тут у нас что? Хрен поймешь. Ту что-то там. Похоже, просто порядковый номер. И тут я вижу вентиляционная шахта. Кроме того, у нас... Тихо. Не дай бог, опять пауки. Что у нас тут? Тут у нас... не пойми что. Ну давайте сюда, что ли, сходим сначала. Много вещей, мало толку. Ничего особо хорошего я тут, честно говоря, и не вижу. Так, ну что? Похоже, в этой комнате ничего нет, что ли? Итак, шашка. Уже неплохо. Хотя я так и не понял, для чего они нужны. Давайте почитаем, может, там объяснение какое-то есть. Ну это еще одна функция освещения, то есть если у нас вдруг каким-то образом пропадет, допустим, вот этот химический фонарь или фонарик обычный, такой вот, то будем пользоваться сигнальными вспышками. Ну и, собственно, все похоже, я тут больше ничего и не вижу. Давайте, что ли, напоследок тут еще посмотрим в уголках, но похоже нет, все. Это что за вентиляция? Сходим сюда. Тут у нас лаз наверх, но я тут, скорее всего, не смогу забраться, потому что не за что уцепиться. Хорошо, так, на что тут можно посмотреть? Тут все прямо разваливается на глазах. Ладно. Ох, как я ненавижу пауков, это ужас какой-то. Как мне тяжело с ними было, это просто я не могу передать словами. Так, тихо, я смогу тут залезть, нет? Да блин, ну что ж ты цепляешься вот малейшим миллиметром. Цепляется за... Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Да что ж с тобой не так-то, что ты не лезешь? Фу, да что ж... Может вот так... Твою ж дивизию, ну что ж ты... Уф, вот так давай. Блин, вообще. Давай, 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 давай. Да хер с тобой, давайте сначала тут посмотрим. Что-то она какая-то упоротая, я не знаю. То ли я что-то не так делал, то ли там действительно делать особо нечего. Куча вентиляционных отверстий, я хочу сказать. Сразу отметим. Так, это что у нас? Что-нибудь есть, а вон что-то лежит. Рыжий. А, большой ключ мы нашли, хорошо. Ключ от транспортного средства. Понятно. Так, а это что у нас такое? Я уж совсем забыл. Рация, зажигалка, пила. А, пила, но, судя по всему, это в начале локации. Там была дверь с деревяшкой, перекрывающей ее. Видимо, пилой нам надо эту деревяшку перепилить. Хотя могу и ошибаться. В здешних пазлах не очень много логики, поэтому
Может быть все что угодно. Так, дайте-ка я маленько прибавлю громкость. Вот так вот. Потому что что-то в наушниках у меня ничего особо не слышно. Так. Ну там тоже, судя по всему, ничего хорошего-то и нет. Видимо, все-таки. Так, а тут что? Что мы имеем тут? Тут у нас, собственно. Да, блин, вставай, вставай, брат. Давай. Ну, да чего он не встает-то, елки-палки. Ой, что-то не хочет вставать. Опять уходит вверх. Хорошо, куда-то мы попали, тем не менее. И вроде как тут спокойно. Так, это у нас что? А, погоди. Это то, что я думаю? Блин, чё ж ты застреваешь сегодня во всем? Да-да-да, это, короче говоря... А мы вернулись именно в эту комнату. Так, ну тут, видимо, ничем хорошим не кончится, если я буду пролезать или нет. А, блин, так и знала. Ну ладно, надо было проверить методом научного тыка. Так, я что, теперь отсюда начинаю? Да вы гоните. Где-то в этой комнате должно быть средство от насекомых. Поищи, такая бело-красная коробка. Ты можешь понравиться паукам, но ведь не взаимно, правда? Откуда моим серым клеточкам знать, что у тебя жижа подтекает? Да, рыжий обманул тебя. Паучилас не был неизбежным злом. Нет, он был заслуженным наказанием. Ты думал, что мой ум пропал во тьме времен, но поэзия правосудия поразила тебя огнем восьмилапых псалмов. Пока правосудие охлаждается, мы сможем подружиться. Ключ, живительный бальзам, пробуди нашего камнееда. Чё он несет вообще это? Столько тараканов у человека в голове, просто хренею. Такую чушь нести это, блин, я не знаю просто. У меня мозги пухнут просто от его речей. Так, ладно. Все вроде. Теперь нам нужно влаз вот в этот. Хорошо. Быстренько оттащим. Так, что тут вообще? Ящик, какая-то комната управления. Там газ. Видимо, нам этот газ надо выключить. Ну да, физика не настолько хороша. И, скорее всего, это не газ, а просто раскаленный пар. Так, тут у нас ничего. У нас что? Видеокамера. Ну надо же. Кто-то следит за нами. Какой-то кран. Тут, видимо, склад. Там, может, улица, что ли? Или какой-нибудь туннель. Ну, слышно оттуда сквозняк, так что, видимо, это туннель на поверхность, но выбраться я не смогу, потому что дверь закрыта. Так, хорошо. Сохранение. Ну, давай. Так, ладно, тут у нас никакого ящика нет в столе. Видимо, нет. Так. Мифология инуитов. Читаем на паузе. Многие меня спрашивают, почему я не читаю при вас все это. Ну, просто я уже научен горьким опытом, что... Один раз, еще когда я проходил Зов Ктулху, я читал абсолютно все записки там, и в одной серии это затянулось у меня на 8 минут. Народ потом чуть не загрыз меня в комментах. Потому что им, видите ли, было лень ждать. Но
Я не знаю, мне, конечно, самому это все интересно читать, но просто я стараюсь экономить время самых занятых из наших зрителей, поэтому если кто-то что-то имеет против этого, то вам придется смириться. Так, ну что? Потому что я все равно это читаю в тот же день, уже кодирую серию, но не раньше. Так, что я делаю-то? Ты успокоишься, нет? Хватит шататься. Успокойся. Я отсюда все равно один хрен не запрыгну, мне надо еще туда подвинуться. Так. Вот так, я думаю, будет хорошо. И чуточку повыше, может. Блин, да подожди. Вот так. А теперь, видимо, этот ящик сюда. А что у нас тут? Тут у нас батареечки. Хорошо. Батареечки мы любим. Еще мы любим записываться почаще. Вот так вот. Так, ну и все, я думаю. Блин, что тут работает? Только что же было тихо. Отлично. Ой, я надеюсь, здесь нет пауков. Hello. Так, что-то играет тревожная музыка. Это мне не нравится. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага. Отлично. Мы оказались с другой стороны этой трубы. Только вот музыка меня почему-то не радует. Что-то от этой музыки. О, бензин. Интересно, для чего это? Канистра с бензина. Спасибо, Кэп. Если бы не это описание, я бы в жизни не догадался, что же это такое. Так, коробочки. Ну и что? Как мне вернуться назад теперь? Да, уже придется, похоже, все-таки. Местной физики, физика, надо заметить, гораздо хуже, чем в Амнезии. От них же там они физический движок очень сильно прокачали. Здесь же довольно-таки неудобно все это делать. Да и, собственно, сама физика здесь, конечно, похуже. Так, давай, блин, ну давай, ну. Давай, давай, давай. Да что ж такое, твою мать, ну давай, ну. Вот так, может. Ну запрыгивай, мать, бить мать. Так, ну и все, я думаю, можно. Блин, что с музыкой? Я думаю, тут нам больше делать-то нечего особо. Так, тихо, это что было? А, там мигает просто, я думал, какие-то глюки. Ну ладно. Ладно. Теперь мы выбираемся, похоже. А тут у нас что? Ну-ка, давайте вспомним. А, здесь все понятно. Все, у нас нет другого выхода, кроме как выходить обратно сюда. Это, я так понимаю, все еще часть того подземелья. Да-да-да, я узнаю это место. Ну-ка. Не ошибся. Да, вон собака ходит. Эта дверь была закрыта, мне пришлось пройти сверху
через жуков-пауков. Так, ну ладно, собака здесь, а мы пойдем сюда. Так, тут собаки, видимо, нету. Мы были только что в хранилище, кроме того, мы были на раскопках. Через раскопки прошли на хранилище. В кладовой у нас ничего. Тихо. Так, ну, судя по всему, нам сейчас вот сюда надо. Тут у нас перепилено было. Надо перепилить было пилой. Хорошо. Я просто по-другому ума не приложу, что делать. По-моему, нам именно туда и надо направляться. И надеюсь, пройдет у нас все это без сучка, без задоринки. Так, куда-то сюда. Вон она. Вон она, собака моей мечты. Ой-ой. Твою дивизию. А погоди. Так, мне... Как мне вообще мимо нее пройти-то? О, давай, давай, хорошо. Уф. Так, тут она меня вроде не может задеть. Сейчас мы испробуем. Мне тут кое-что в личку написали. Хорошие помощники, ребята. Сейчас... Собачка, все будет. Лови, подружка. Давай, 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 давай. Но. Ха-ха. Ах ты лошара-то какая. О. Какого хера? Так, ну все, собака вроде бы у нас привстала около стенки. Такая, что-то говорит, мне нехорошо. Ладно, вроде бы теперь можно выдохнуть. Так, оттуда я пришел, да? Да, оттуда я пришел. Вот тут вот мне нужно перепилить. Да, точно. Отлично. Так, ну и что? Нахер. Собаки. Так, ну ладно, я думаю, ребят, мы зайдем в эту шахту в следующей серии, потому что в этой у нас уже один успех был. Продолжим проходить завтра, или когда там будет, возможно, послезавтра, если на воскресенье серия придет следующая. Короче говоря, увидимся. С вами был Артур, надеюсь, вам все нравится. Всего хорошего, пока-пока-пока.